Окей, значит, ребят, всем привет, с вами я, Павел Первый, и это 53-й подкаст, который будет записан, наверное, вот в таком вот формате, на веб-камеру, с новым микрофоном. Я поднял громкость до 100%, так что выше уже я никак не смогу, ну, разве только что мне поднимать эту громкость через видеоредактор, ну, тогда придется все в одной дорожке поднимать, так что толку от этого будет ноль, а пока будем так. Посмотрим. Тогда я записывал Hearthstone. Ладно. Перейдем к этой теме позже. В общем, 53-й подкаст. Я настрочил себе небольшой план, в котором... Так, я надеюсь, это все записалось. Так, секунду. Так, я надеюсь, все это записалось. Потому что если это не записалось, то, в общем, это фигово. Ну, вроде в одну записывает, в один файл записывается, все так что. В общем, ребята, я настрочил себе план, ну, не по плану, наверное, я пройдусь по нескольким пунктам очень быстро, коротко и ясно. Освещу каждую больную тему, ну и, наверное, весь этот подкаст и будет. По сути, вопросов не было никаких как таковых, когда я предлагал всякая фигня, сарказм, глупости и так далее. В общем, на это я не буду отвечать. О, ладно, поехали, ребят. В общем, я думаю, все знают уже, наверное, хотя бы какая-то часть вас знает, что я наконец приобрел новый микрофон по многочисленнейшим просьбам, потому что он старый какая-то хрень, ля-ля-ля. Я не знаю, чем он мне угодил, он был вполне нормальным, и я снимал года 2-3, почти 3 года, вроде. 2-3, ну где-то так, плюс-минус 2-3 года. Вот. И вдруг внезапно многих стало это не устраивать. Опять же, многих. И... Не знаю, зачем я попёр на один сайт, чтобы меня приняли в их секту, скажем так. И ролики мои крутились по их базе данных. Несколько отказали, потому что у вас проблемы со звуком. Какие, мать его, проблемы со звуком, блин, кроме шума? И то это... Только в тех роликах, когда я сижу вечером на кухне за ноутбуком, блин, конечно, будет шум. Каким бы суперским микрофоном я не записывал. Я не знаю, что этих еще петухов не устроило. Ну и фиг с ними, пошли они. Вот вам новый микрофон, в общем. Всем назло. А, стоит вот это чудо, ну, почти 6000. И ждал, конечно, я неделю его. Ну, в общем, дождался. Вот он, новый микрофон, поэтому я тяну с подкастом. С подкастом новым. Ну, в общем, да, сейчас... Сейчас я его, наверное, записываю. Он должен выйти в воскресенье. То есть, сегодня суббота у меня, а завтра он выйдет. Ну, какая разница, зачем я это вам говорю? В общем, новый микрофон, новое качество звука, шум. Шум, по-моему, все равно есть, если это и был, и будет. В любом случае, если это не... аппаратный шум, то это шум от окна. Я сижу рядом с открытым окном. Если я его закрою, я тут сдохну от горячей баньки. Ну или, по крайней мере, попарюсь хорошенько. Но лично я этого не хочу пока что, несмотря на то, что октябрь, все еще довольно тепло. Не жарко, но тепло. Но даже сейчас, по-моему, немного потеплело. А, вот. В общем, я буду снимать теперь исключительно этим микрофоном, что за ноутбуком, что за компом. Буду таскать эту бандуру с собой, конечно, но какая разница. Но суть-то остается сутью. А насчет Hearthstone, мне сказали, что там все равно не очень хорошо слышно. Я вам так отвечу, я там выкрутил громкость на все 100% и больше уже никак. Есть, конечно, вариант записывать... две дорожки одновременно, в Bandicam есть такая функция, но по своему последнему опыту я помню, что Adobe Premiere Pro это очень хреново воспринимал, и да, это все, что я помню. В общем, не вижу смысла я записывать две дорожки.
У меня только один вариант. Еще ниже сделать громкость в игре. По сути, почему так вообще происходит, мои догадки, то, что на ноуте громкость не аппаратно регулируется, а программно. То есть у меня стоит она там 20%, соответственно, я как можно ниже ставлю в игре громкость, она все равно довольно громко звучит. Там, не знаю, на 2-3% поставить, что ли, чтобы вообще ни хрена не было слышно, но на ролике это будет слышно. Ну, это мы еще поэкспериментируем, но я прослушивал, я все прослушивал, и думаю, что более-менее слышно, но когда со звуками игры сливается мой звук, то да, там есть мелочь, но может быть потому, что я знаю, что говорил, поэтому мне не трудно различить, что я там сказал. Вот. Ну а новый микрофон я уже буду тестировать в будущих роликах, которые сниму вот уже после этого подкаста. К сожалению, это не относится ко всем будущим, которые выйдут. Их где-то свыше 20-30 роликов, наверное. Пока что они будут выходить со старым микрофоном. Микрофонами, даже если быть точнее. А потом уже полностью мы перейдем на новый микрофон. Ох, на целый микрофон я уделил хрен знает сколько минут. Ну ладно, поехали дальше. А дальше я записал себе вторым пунктом почему-то именно конкурс. А в ближайшее время, совсем скоро уже, я думаю, пора анонсить давно новый конкурс Warcraft Unmaking по номерам 5. А на данный момент собрано где-то около 1000 рублей, я считал, где-то там 800 с лишним, около 900, ну плюс-минус. Вот, ребят, конечно же, убедительная просьба всем, кто еще не скинул, скиньтесь, пожалуйста. Так, по-моему, не прокатило. Ну ладно. В общем, я все еще собираю деньги и напоминаю, что я все равно вложусь со своего кошелька в призовой фонд, несмотря на то, что я немного потратился. Ах, я надеюсь, это сейчас не было слышно. Хотя, скорее всего, это должно быть слышно. Ладно. Так. Что будем делать с пятым конкурсом? Ну, скорее всего, я сделаю гибрид нескольких форматов, которые планировал. Например, темы. Возможность выбрать темы, как я уже ранее где-то говорил в каких-то подкастах, наверное, скорее всего. Выбрать тему, либо же самому выбрать. Кому-то плюс, кому-то минус, все такое. И самое главное со сроками. Не давать же людям 2 месяца тоже. С октября по декабрь. Это 3 месяца, конечно, получается, по сути. Нет, это 2 месяца, 2-2-2. Все-таки 2 месяца это мало, но заканчивать, допустим, в конце января, когда... Хотя у меня в конце января заканчивается сессия. Получается где-то так, и появляется возможность каникул, типа, возможно, к концу января, наверное, сроки, но сначала надо ролик сделать, анонс конкурса, и уже тогда уже со спокойной душой ждать этого января. А пока я не готов анонсить, поскольку ролика еще нет. Когда он будет, я как всегда не знаю. Но мы стараемся изо всех сил побороть лень и сделать что-то новенькое и вполне интересное. Это будет не как четвертый анонс, без звука, без ничего, тупо на каляку каких-то фраз и запихал. Нет, это будет что-то получше, надеюсь. Для этих целей, кстати, для этой цели, в общем, и был куплен микрофон тоже. Вот. Окей. Ну, с конкурсом, я думаю, примерно разобрались. Когда до него дойдем, тогда уже все условия, все понятно будет. Надо бы сначала до него дожить, я считаю. Окей, дальше поехали. Значит, ребят, я думаю, если некоторые обратили внимание на в описание, там заметили промокод на Lootbox. Что за сервис такой? Для тех, кто не знает, вкратце, это сервис раздачи тематических коробок. Ну, естественно, не на халяву.
тематические коробки наполнены всякой тематической всячиной. Да, опять масло. В общем, там сувениры, всякие там это футболочки, кружечки, так далее. Наверное, одна из немногих новостей, хороших новостей за этот год, это то, что я наладил с ними сотрудничество, и теперь рубрика анбоксингов не будет скучать. Каждый месяц что-то будет. Только вот пока я в ожидании звоночка курьера, будем ждать и надеяться, что все-таки придет в этом месяце. Должно прийти, потому что вроде бы как я с этим договорились, с аутбоксом договорился. Ну, да. В общем, теперь буду мажорить немного. Окей. Это вкратце про сотрудничество, которое я наладил. Пока больше ничего не могу сказать, поэтому, ребят, поддержите меня, подпишитесь. Используйте промокод, зарегайтесь. Да, все ж бомжи, я забыл. Окей, точнее у всех пустые карманы для меня. Ладно, поехали дальше. Проклятие отрекшихся. Я эту кампанию уже давно начал проходить, прям сразу же после рассвета эльфов крови. Я уже ее почти прошел, наверное, после этого подкаста пойду да пройду, если успею, там осталось... Наверное, полторы главы где-то. Я ее пройду, и пока я не скажу, что мне больше понравилось она, чем проклятие отрекшихся. Извиняюсь. Рассвет эльфов крови. Мне больше рассвет приколол как-то. Не знаю. Это же по качеству лучше, что ли, выглядит как-то. Я ожидал больше. Может, потому что ждал. От проклятия отрекшихся больше. Может, потому что сразу пошел играть. Ну, было интересно, сюжет. Ну, знал, в общем. Но были, конечно, приятные места, ностальгические, такие как одна из глав в Нордсколе. Меня порадовало пародия на четвертую главу. Хотя, наверное, просто там слегка измененные островки, а так то же самое. Но в любом случае, это прикольно было. Окей. Все это увидите в прохождении проклятия отрекшихся по скриптум. К сожалению, там не будет нового микрофона, лишь только в полторах этих главах вы увидите его. А пока нет. Нет, увы. Что нас ждет в ближайшем будущем? Ну... Без понятия, что меня ждет, что вас ждет в ближайшем будущем. У меня даже планов никаких нет, ну, кроме того, что закончить проклятие отрекшихся. Я даже героев не хочу особо играть. Птиц еще можно. Даже Pass of Exile как-то не особо. Хотя я дошел, допустим, до второго акта. И было бы интересно глянуть. Но нет. А Вовка... Все еще я под вопросом, где мне бывать. Конечно, я думаю, как вариант вновь сделать все как с ПГ с Пандарином. То есть проходить все подряд. Только теперь мы будем уже за Альянс же играть, ведь так? И поэтому что-то будет изменено, что-то будет где-то выглядеть по-другому, и на это можно будет сказать. В любом случае, 58 уровень, это значит, пора в запределье сразу. Надо будет найти соответствующий приказ, или какая там у них доска в Альянса, или что у них там. Вот. Или же пойти по, допустим, не рейдам, а данжем. Данжем пойти. Была, по которым мы не ходили вообще. Вариант. И еще варианты. Ну, добить, допустим, арпатскую хижину построить, посмотреть, что там луна отпегла. Мне лично очень интересно, хотя вот эти по 100 рыбин добывать очень лень. Мне осталось всего 3 вида рыб добыть. И все равно эти лень. Я даже накупил себе королевских червей, чтобы это было делать легче. Все равно эти лень. Не получится тратить, тыкая на одну кнопку на крючок, одну кнопку крючок. Как-то так. Меня все просят пройти King's Bounty. Не будет вашего King's Bounty.
Не нравится мне эта игра, не нравится мне, по крайней мере, стиль, который я увидел по скриншотам. Ну, не нравится, я не люблю такой анимешный стиль. Ну, по крайней мере, с уклоном в аниме. Не люблю я просто, меня от него тошнит. Я пока не собираюсь его проходить, хотя мне Аламерт очень хорошо отзывался об этой игре, что она в стиле Диабло, а я люблю такие экшн-слэшеры. Это мы уже посмотрим только в будущем, как минимум после героев, не раньше. Или, я не знаю, когда будет действительно делать нечего. Хотя мне действительно делать нечего. Целый мир, например. Что еще? Ведьмак. Вот Ведьмак вариант, кстати. Постепенно, все сильнее и сильнее хочу пройти его. Но третий Ведьмак, это же и супермашина нужна. А я такой супермашины не обладаю. Во-первых, вторых можно пройти. Но это еще надо будет подумать, найти время. В любом случае, мне уже надоело. У меня на канале остался один сплошной Warcraft. Ничего нет больше. Вот просто я вам перечислю, что у меня тут. Рассвет эльфа в крови. Рэк. Играем в Warcraft 3. ИВВ3. ИВВ. Рэк. Все. В ней даже нет рубрики одиночной карты Warcraft 3. Ничего. Только рэк и играем в Warcraft 3. У меня ничего не осталось совсем. Вот тут спрашивается, как это все выкладывать. В течение какого времени? Я без понятия. Поэтому надо, наверное, уже что-то снимать. Пора забить немного на Warcraft. Ладно. Наверное, самая больная тема на канале — это стримы. Я относительно недавно, когда же проводил? Две недели назад, по-моему, проводил я стрим. И, в общем, на него никто не пришел. Абсолютно никто. Я разочарован, я обижен, унижен и так далее. Вы хотели этого стрима. Я нашел это гребаное время, чтобы провести этот поганый стрим, который никому не нужен. И на него приперлось всего 40 человек. Остальные якобы спать пошли. Спать они ушли, блин. Вы просто не хотели на стрим прийти. Вот и все. Вы меня не уважаете. И поэтому я вас больше тоже не уважаю. Вот так вот. Никаких стримов теперь отныне. Вот так вот. 10 тысяч лет вам наказание. Ладно, серьезно, что это было? Какого хрена вы все проныли мне, что вот, надо раньше хотя бы в 7 часов, а не в 9 часов. Вообще поздно, ты бы еще провел в полночь, в 2 часа ночи. Могу и в 2 часа ночи провести, если захочу. Это мое право проводить стримы. И вы хотели стримов, я вам его устроил. Какого черта вы не пришли? Вот мой вопрос. Хотите, чтобы были стримы, приходите на них. Я не могу в 7 часов проводить, я не могу даже в 8 часов провести, минимум в 9, минимум. Либо дневной стрим, который очень редко, когда удастся нормально провести, даже на полчаса. И то, на дневной стрим мы все в школе, в универах, ночью мы все спим. Это даже не ночь, это вечер еще. Вы все малыши, что ли, в 9 часов ложиться, блин? Вы хотели этого стрима, блин, вроде же... Я даже не знаю, как это сказать. В общем, я нагло обижен и разведен на стрим. Поэтому это вам взаимно все. Не хочу больше говорить об этом поганом стриме. Запись в любом случае будет выложена. Плюс я просмотрел этот стрим, и в конце действительно были дикие лаги. Не знаю, на аппаратном этом уровне было. Или на уровне сети. В любом случае, ноутбук не подходит по цели стриминга, как я понимаю. И поэтому, к сожалению, не будет никаких ночных стримов. Вот так. Извиняйте. Вы сами виноваты. Это ваши проблемы. Все.
Не, даже не надо мне тыкать, что, мол, это ты сам виноват, твои проблемы, что ты в 9 провел, надо было всем провести. Я миллион раз говорил, что у меня со временем тут строгие временные рамки, и я не могу раньше никак провести. Все. Теперь, если кто-то скажет GoStream, я пойду его и просто забаню. Потому что это будет считаться за оскорбление. Действительно, это ведь оскорбление уже получается наглое просто. Даже если это будет троллинг, если это будет сарказм, вы получите бан. Не испытывайте мое терпение. Король лечи так злой. Итак, поехали дальше. Ребят, меня почему-то в последнее время засыпывают просьбами по рекламе, по поводу рекламы. Блин, есть тема ВКонтакте, есть услуги, цены соответствующие на них. Читайте, обращайтесь, можем договориться. Если у вас какие-то деловые предложения есть, обращайтесь ко мне в личку. Если у вас есть какой-то конкретный вопрос, обращайтесь в личку, не обязательно по делу, но конкретно, а не просто «Привет, чем занимаешься?». Я не люблю такие вопросы. Кто вы такой, чтобы меня об этом спрашивать? Я, даже несмотря на то, что мне делать нечего, я не люблю на такие вопросы отвечать. Это чисто дружеский разговор, и этот вопрос должны задавать, по крайней мере, друзья, а не совсем левые, неизвестные мне люди, будь то хоть подписчик, хоть фанат мой, самый-самый фанатный фанат. Если у вас есть деловой вопрос, конкретный вопрос, не как, где что скачать, а конкретный вопрос там по чему-нибудь, я не знаю, там, даже не прохождение, да, что, там, допустим, по Warcraft World Editor что-то спросить, обращайтесь, только нормальный вопрос. И когда вы пишете «Привет», не ждите от меня ответа, я уже, по-моему, это говорил. Пишите сразу вопрос, и... ответ только будет после вопроса дан. Я прочитаю, но я не отвечу. Я что, из вас еще должен вот эти вопросы вытягивать? Ваш же вопрос, не мой. В общем, деловые предложения, деловые вопросы, просто вопросы, не глупые, а нормальные вопросы. Есть личка, обращайтесь, она всегда открыта. По упоротым вопросам обращайтесь в АСКФМ. Там можно всякие глупые, упоротые вопросы задать. Опять же, скачивание и так далее, это вне закона. Окей. Что ж, ну я по поводу рекламы сказал. Если у нас не будет стрима, будут ли сходки? Сходки — это, конечно, совсем другое. И тут возникает, конечно, вопрос, будут ли сходки. Возможно. Возможно, будут сходки, но это зависит исключительно от моего настроения. И, к сожалению, настроение мое не столь высоко и хорошо, чтобы взять, да, просто элементарную сходку провести. Я, допустим, не хочу в один Warcraft играть, мне немного начинает это надоедать. Я хочу, например, пойти в StarCraft, я хочу пойти в какие-нибудь другие игры, кроме стратегий. Не всю жизнь в стратегии играть. Например, есть такая замечательная игра, но я ее лет 5-6 назад любил рубать, называется она T-Worlds, где бегают колобки, такая в стиле CS 2D игра. Очень прикольно, на самом деле, если там собрать толпу, это, наверное, угарно получится. Да, даже тот же CS пойти поиграть. Если будет возможность. Ведь выбор большой. Предлагайте. Если много желающих будет, то я только за. Давайте проводить сходки, по крайней мере. Если вы будете на них приходить после 9 часов. Раньше никак. За сходки я за. Так что пишите все об этом, обо всем этом, что я говорил вот до этого, и включая это, комментариях. Ну, наверное, осталось две не самых основных новости. Итак, ребят,
Стоит ли мне делать мнение о фильмах? Я в последнее время, по крайней мере, участил свое хождение в кинотеатр по сравнению с теми же 5-6 годами назад. Участил свой просмотр всякого кинца, сериалов и так далее. Так вот, стоит ли делать какие-нибудь небольшие мини-подкасты по поводу мнения о таком-то фильме, мнения о таком-то сериале? Хотя это, наверное, слишком банально и есть много у кого, но все же это как небольшой лайфблог. Тоже там я пошел сходил на фильм, мне он понравился, вообще супер, ну и так далее. И какое-то краткое резюме. Делать ли такие ролики или нет? В октябре, ну, по как минимум, ну, не фильм, а мультфильм выходит, на который я 100% пойду. Да, пойду. И я летом ходил на несколько фильмов всяких, таких как «Человек-муравей», «Пиксели». И, конечно, я хотел сделать ревью на них. Обзор, то есть. Ревью, но это на английском. Хотел сделать и, ну, не сделал, в общем, все равно. Ну, наверное, чтобы мне память освежить, наверное, стоит их пересмотреть еще раз, а в говнокачестве пока что еще, то есть, вот, кроме как говнокачества, еще пока не найти, к сожалению. В общем, стоит ли делать такие ролики, попытаться хотя бы попробовать, если людям понравится делать еще, тем более по тренду актуально будет, наверное. В общем, пишите в комментариях. Ну и последнее, это тоже, наверное, еще одно из немногих хороших новостей за год. Переводчик таких компаний, как «Рассвет эльфов крови» и «Проклятие отрекшихся» лично обратился ко мне и сказал, что он переводит еще одну компанию под названием «День дракона». То есть это уже хорошо, что кто-то старается, заметил, что, в общем, я делаю проходники, видимо, ему это пригляделось немного. И как вам сказать? В общем, он решил перевести «День дракона», «Day of the Dragon». Так вроде на английском называется, получается, значит, «День дракона». Или что-то такое. В общем, это компания от того же автора, что делал «Повелителя кланов». То есть я смотрел по скринам, быстренько прошелся, и компания выглядит весьма качественно. Поэтому после «Проклятия отрекшихся», почему бы не пройти эту компанию? Если, конечно, перевод подоспеет. Я надеюсь, что подоспеет. Это очень круто. И, не знаю. Может быть, автору перевода будет интересно, какую компанию перевести следующей. Если он, конечно, этот подкаст слушает, хотя это маловероятно. В любом случае, предлагайте, что перевести. Я, может быть, ему тоже предложу, если он захочет перевести ту или иную компанию, которую вы предложите, то почему бы и нет. И да, засыпьте личку этому глупому рыбноголовому сталкеру. Он все еще не перевел мне моих любимых драконов. Возвращение драконов, Return of the Dragon, где? Ну, вообще пошел, конечно, сушок, что он их потер слегка от рейджа, когда я его назвал рыбноголовым. В любом случае, он уже обязан мне предоставить файл с переводом, но так этого не сделал. Тем более нету нигде полного перевода. Вообще нет перевода «Возвращение драконов». Это очень хорошая компания 2000-х годов, где-то, наверное, 2005 или какой-то. Ну, после «Королевы пауков» идет эта компания. И я бы лично сыграл, там много интересных механик есть. И я лично ее никогда не проходил полностью. Как минимум из-за бага с версиями. Там после третьей главы никак. Но благо это там поправимо кое-как. Окей. В общем, это все. Все, что я хотел сказать. Получился довольно длинный подкаст. Если вам понравился подкаст в таком формате, почему-то все любят с вебкой. Я думаю потихоньку ввести вебку в обиход,
и, допустим, ролики с компа снимать именно на вебку. Только вот, допустим, тот же третий Warcraft, куда ее собачить, например, если ее собачить в левый нижний угол, то там перекрывается мини-карта, в правый нижний угол перекрывается панель команд, в правый верхний угол там перекрываются ресурсы, всякие таблицы рекордов, если они есть, ну, то есть инфа небольшая, там сколько осталось убить, если там такие таблицы бывают. Левый не верхний угол, ну там, в принципе, вот кроме иконок героев ничего не перекрывается. Поэтому, наверное, это самый оптимальный вариант. Левый. Так. Записывается, да? А то я свернул, и я надеюсь, что все это записалось. По крайней мере, звук точно должен записаться. Вот в видео я не уверен. В общем, ребята, сейчас что от вас требуется? Написать комментарий по поводу того, насколько хорошо я звучу с микрофоном новым. Я выкрутил на все 100% здесь эту громкость. Возможно, будет очень громко, но это максимум, который позволяет программная часть. Еще больше можно только через поднятие громкости в видеоредакторе. А если, как я уже говорил в самом начале подкаста, Bandicoot Premiere Pro очень плохо обращается с файлами с файлами роликов, где две аудиодорожки лежат. Ну, благо, что Bandicam еще позволяет записывать по отдельности эти две дорожки. Как-то так. В общем, придумаем что-нибудь, подумаем, пишите об этом в комментариях. Дальше, что еще? Если у вас есть какие-то деловые предложения, пишите ко мне в личку ВКонтакте или хотя бы тут. В комментариях. Если у вас есть желание сходок, предлагайте игру, предлагайте вообще свою кандидатуру. Хотите играть, пишите. Какую игру, пишите. Мнение о фильмах, делать, не делать, тоже пишите. Ну и какую компанию предложить перевести к Ирляндии, тоже пишите. А пока на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйте это видео в избранное, также делитесь им. Ну, а с вами был я, Павел Первый. В общем, всем пока. Я свободен, я сделал этот подкаст гребаный. И можно пойти, наверное, пройти проклятие отрекшихся, пока есть возможность. Так. Да, это специально записал. Ладно, в общем, всем пока.